Потом еще вот такое движение. Движение на ой, вот так вот. Расцежение. На разгибание, на аккуратно. Особенно если травмы, надо спрашивать. Растяжка. Татьяна, вот это делаешь? Вот тут как-то да. Дискомфорт куда-то. Здесь на косточку. Да, нормально? Прям вот что-то вот тут не хочется, чтобы туда давили. А вот здесь нормально. Так можно, да? Ну, вообще, конечно, мы давим на костную систему. Я не так, я еще это туда. Чувствительный. Ну, там, я еще вот такая опасная зона. Как бы вот это, я вот такие круговые вот так вот суставы. Да, ты забитый на сустав вот так сильно, да, отлично, молодец. Ну, чуть-чуть помедленнее. Только чувствительный. Ну, потому что люди разные, разные. Ну, это у меня просто именно эти места. Нет, да, вот принимаю я вот так. Нормально? Нормально. Yes. Да, вот при этом подъеме я еще упираюсь на вот это вот колено. Да. Чтобы выше не было, да. Все, отпускай. Пойду так. В общем, видишь, ой. Вращаем во все стороны, куда только можно. Там тут ты пятку просто надавила, да. Надо давить не в пятку, а вот туда, вот в пятки. Дальше, назад, дави назад. Нормально, хватит. Вот, смотри, все продавили, да? Еще можно, да. Ты запоминаешь? Да. Дай запоминать. Медленно. Тяжело, но надо медленно делать. Тут даже шея чуть-чуть хрустнула при этом. Да? Угу. Видишь, как вибрация пришла по всему телу? Движение туда как? Вот, еще можно дополнить его вот таким потом движением. Потом я уже делаю точечки. Вот такие. Сгиб. Растяжка, да. И если мы давили в первый раз на вот эту часть, желудка и кишечника, да? То вот я еще предлагаю заканчивать сначала на ту сторону, вот опять колено. Да, вот тут идет натяжение мышц ягодичных. Их тоже можно с этой стороны проработать, промассировать. Вот тут в этом месте сейчас. Связки. Почему все там такое непонятно? Ну, в общем, видите, тоже отток идет, у вас натягиваются вот эти вот мышцы, как струны с этой стороны, переходящие в ягодичные. И прямо вот так вот их прорабатываем жестко. Вот этой лапы леопарда. Потом кладем вот сюда. Не так-то особо. И смотри, какую мы делаем растяжку. Упираемся в колено, но не совсем именно в колено, а как бы вот вдоль бедренной кости. Да? А здесь мы упираемся в обратную сторону. Прикольно, да? Чуть-чуть дискомфортно было. Заранее среагировал. Идет хорошая растяжка вот этих вот мышц. Вот так чувствуешь? Мягко возвращаем. Все время придерживаем ногу, чтобы не он ее крутил, а чтобы ты ее крутил. Можно достаточно энергично, как показала Татьяна, да? И в эту сторону, и сюда. Не, ну это медленнее. Можно гораздо это медленнее делать. Да. Делала, а это все медленнее делать. Я предлагаю закончить. Ну я вот еще, вот последнее движение, какое я делаю у клиентов, вот эту растяжку. А, ну ты все-таки делаешь. Я вот так делаю. Я вот так умею. Ну, по-простому, да. Надо просто единственное, что выше колено поднять. Чем щекотку. Щекотку? Лучше, да. Ну, может, хоть. Я как бы стаскиваю. Попробуй не плечо. Плечо давит больно, немножко выше вот так. Да. Вот. А вообще еще надо смотреть. Еще надо желательно вот так, чтобы бедро было перпендикулярно к кости тела. Уже передавились туда, да? Так. И уже я так вот, то есть получается то же самое можно делать и на боку, и сзади, и спереди. Ой, кинуточку нажимаем.
Внутренняя поверхность. Немножко ниже, вот чуть повыше вот делать идет. И повыше, и поглубже. Да. По всем линиям, по всем трем. Медленно. Пойди и постой. Да. Ага. Вот. Да. Вы помните, там рассказывали, что есть проекция позвоночника, или нет? Она уже доступна. Кому-то надо быстро, а кому-то надо... Да-да, вот так, пойти удержать это. Угу. Лучше? То есть это опять да. Еще раз культурное дополнительное воздействие именно на наш позвоночник. Я просто не люблю. Ты сейчас куда звонишь? Не важно, как ты любишь, важно, как надо человеку. Ну, просто я иногда брезгую. Кого? Держать? С ног. Да ничего, надо брезгать. Ног? Когда они должны мыться? Ну, моют, не моют, ухоженные. Вот. И еще... Так, ну давай ты сначала повторить можешь? Вы много уже наговорили. Давай, быстренько что вспоминаем, будем рассказывать. Делай. Синхронно? Давай. Вы знаешь, мы промассировали, уже разогрели, да? Тут особенно фантазировать ничего не нужно. Вы так же сделали, да? Масло. С какой стороны тебе масло? Здесь больше, вот здесь тоже не будет. Смазываю здесь и смазываю вот здесь еще. Здесь. Вот смотри. Когда еще много мышц. Поднежная мышца, знаешь, где находится? Только что показывал. Здесь, да, только она идет вокруг вот этой мышцы, да, охватывает и вот цепляется к подколенной, да? Под коленной, да. Не к чашечке, а к этому. Уже заговаривается к вечеру начал. Голени. Кости голени, да. А здесь она цепляется вот так обходит, да, и цепляется вот с этой стороны к гребешку тазобедренному. То есть она вот так вот. Поэтому она у спортсменов очень часто забивается, она очень твердая. Забивается, бывает твердо, даже бывают шишечки вот тут. Да, да, да. Очень резко в совьих. Сейчас прямо так. Вот тут даже бывают такие шишечки, их надо обязательно разогнать. Если человек ее подтянет, то в принципе страдает вся его походка. А если страдает походка, то начинается смещаться крестец, и весь его скелет пошел ходуном, понимаешь? Поэтому обязательно надо их поддерживать. С Максимом у него реакция. Это не те ноги, на которых можно показывать гладкие техники. Да. Спортивные. Так, теперь смотри, синхронно не совсем получится. Просто берем ногу под коленку и расслабляем ее там висит. Остаться хорошо. Поставили. И можно пройтись опять же обоими локтями. Вот это я очень люблю решение. Когда тебе делаешь? Нет, сейчас надо делать, ему легко делать всем телом. И если мы до этого не обрабатывали их, да, то можно и... А я вообще все вот так же делала. На себя. Потихонечку, мягче. На себя. Раз. Вот. Это хорошо. Вот. Хорошо лежит, рассказывает. Вот, правильно, делается. Потому что делается. Так же это свои. Ну, да, обратно связь, надо давать. Маша, повторяй, давай быстрее, повторяй. Потряси еще. Потряси, да, растряси. Растряси, хорошо. Больше что на кости. Тут можно и леопарда дать, просто пальчиками вот так вот пройти. Ему леопарда нельзя. Почему? Не та чувствительность. Ага. То есть, если ему леопард, то медленно. Нет, это же движение, они же учителя. Ходила на что? На уроки. Ага, на уроки. Так, теперь смотри. Берем, расслабляем непосредственно колено. Спортивный. Этой рукой просто поддерживаешь, а тут смотри, тоже за пятку. И все должно ходить свободно. За пятку. Не вышло, если. Так, у него и суставчик расслабляется. И колено суставчик расслабляется, да? Такой маленький. Опускаем его, он выпрямляется. И по очереди сейчас мы поднимаем. Твою руку вниз, а это вверх. Ну, колено. Чтобы потянулись, все мышцы шевелятся. Ну не плотно. Как растяжка. Да? Теперь я свой опускаю, ты свой поднимаю. Держишь за колено.
Подержали, и где у нас гипс? Что не хватало техники, я искал какого-то учителя по массажу. Ну, а тот, который был учитель, он как бы мне дал, нюансы, да, он не давал, там мне какого-то чего-то другого. Тоже к нему относится, да. Нет, вот так, что сверху. Я ему писал, нет, а вот это не пошел со мной. Вот у меня такой вид писал. Натягивай. Там сеанс у него стоял 4,5 тысячи. Далее мы сделаем вращательное движение в этом суставе, в этом суставе. А мы его не сделали, да? Значит, берем всю ногу, держим ослабленно. Нюансы, вот когда ты делаешь так, что 4,5 тысячи. Как делать место, при этом очень хорошо ослабляется крестец, и там тоже может быть хруст, будем отдавить. Так. Такое вообще не бесплатно. Вот, сейчас хорошо оборудование. Теперь он наверное, сторону. Я не хотел денег брать. Потому что я сказал, я вставляю вещи в массажистку, которая сама что-то хочет вещи. Сейчас я насколько таких везде был. И это самое, он мне, я не делала массаж. Вот так вот здесь? Да. Теперь смотри. А он мне там уже корректировал. Вот у меня просто у меня была ошибка. И зато получает захват. Противодействие. Я так раз поворачиваю. То есть тут упираюсь колено сюда, параллельно вдоль корпуса тела. А это будет очень помочь. Я скоро поеду. Ты что? Смотри, Татьяна, вот такой делаешь? Нет. Я тоже. Делаю. Тоже мое изобретение. Значит. Да, это не так, нет, давай с этой стороны. Стой. Вот эту руку снаружи. Подожди, одна рукой пока. Так. Не спеши, не торопись ты. Не обоими руками. Одной рукой берешь, захватываешь. У тебя получается давление. Смотри, локтем даешь в эту сторону, а это сюда. Силы рук не хватает, и ты добавляешь вот эту руку. Рычаг. Вот, да, рычаг. Действуем вдоль оси тела всего. То есть здесь даем туда вниз, здесь даем вверх. Во, видишь, держит терпит. Видишь, как она чувствует? Нет, растяжка хорошая. Правильное положение. Тело работает. Потом смотри, косточки крестца мы можем, или тазобедренный вот, суставчик поправить. Вот таким движением, но мы сейчас не сможем это сделать, мы чем-то больно надо принести, да? Дискомфортно. Дискомфортно. Вот в эту косточку бедра упираешься, а тут колено... Ниже надо руку поставить. Да, ниже ему тоже больно. Нет, здесь уже лучше. У меня тоже просто косточка. Вот, а вот сейчас больно становится. Все равно ему там больно. Видимо, растяжка, растянутые руки. У меня тоже не может этой растяжки. Вот это не то, да? Крепление слабое. Так, давай теперь ты попробуй. Так, а что? Сделала, нет, теперь так. Попробую сюда надавить, тоже твой. Ну, в принципе, не важно, рукой. Не в пах дави, а вот на косточку, на таз. На тазовую кость. Ой. Ну, больно. Тогда ниже на вот эти две мышцы. Так, подавили. Теперь смотри. Один выполняем. Теперь то же самое попадаем не на эту клавиатуру желудка, а вот на ту сторону. Больно, что ли? Мышцы растянутые, помогаем им еще больше растянуться своей рукой, этими смирениями. И не отпускаем ногу, мягко ее ставим вот так вот, немножко по-другому. И растягиваем вот с положенной стороны. Опять по диагонали сюда, по диагонали сюда. Все, тоже ногу, попробуй. Моя сестра маникюр приготовит. Да, она мне маникюр, я ей маску на лицо.
вообще-то я все сама делаю чистка. Сюда же? Да, сюда же, у меня руки сразу. Даю ему колено, а вот по диагонали сюда, вот руку туда. Мне у него, а вот сюда. Эту руку сюда, мы готовы, а эту вот так вот. Чувствуете, за что можно держаться теперь, да? Все, выравниваем ноги. Теперь делаем все возможное, что показывает Татьяна. Ноги вместе, стопы врозь. Да? Ноги врозь, стопы вместе. И по отдельности. То же самое. Я не знаю. И вот в эти стороны. Только тут дави не на пятку, да, в пятку. Да, 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 да. Дави вот сюда. Наружу, видишь, на растяжку пошло. А потом берешь и в другую сторону давишь, вот туда. Когда даешь туда, идет воздействие опять на крестец. Тут можно так немножко поиграть, повибрировать с крестцом. Татьяна, смотри, кто почему воздействие на крестец. По очереди. Интересно. Я смотри, передается движение. Я вижу, как двигается сквозь. Вы можете тоже сами. Так, давай попробуй. Мышка, ты еще не устала? Нет, только. Заболена я уже плохо. Клиенту камера. Она же работает? Да, она работает, потом уже будет восполнить знания. Нам всем более легче, чем ей. Ну, в смысле, вам. Чем кому? Чем уже. Почему? Почему это? Ну, у вас есть вот какие-то понятия, где же у Максима больше. Ну, у Маши тоже медицинское образование, она знает анатомию. На себя тяни, на себя. Да, потому что не работа с телом. Как не работать?